В субботу, 28 октября, команда «Ермак» провела матч в Нефтекамске. Ангарчане скрестили клюшки с командой «Тарос». Сразу же в первом периоде гости пропустили в свои ворота 3 шайбы. Илья Баранов, лучший снайпер ВХЛ, задал тон всей игре мощным голом в створ оранжевых. Передача, бросок, и Баранов делает счет 1-0. Не проснулись, немного не хватает скорости сегодня. Тарос быстрее и ногами работает, и головой, шайба быстро ходит. Поэтому чуть-чуть сейчас подкорректируем, и будет другой хоккей немножко во втором периоде. Отыграться воспитанники Марата Аскарова смогли только 2 голами в первом и втором периоде усилиями Дмитрия Михайлова и Алексея Закарлюкина. Но сравнять счет и выйти вперед ангарчане так и не смогли. Это уже второе поражение нашей дружины вне родных стен. 30 октября «Ермак» проведет выездной матч с командой «Молот Прикамье» из Перми.